Первый закон мозга, который необходимо знать, называется динамическая стереотипия. Все мы знаем Ивана Петровича Павлова по словосочетанию «условный рефлекс». Ну, мы действительно совокупность условных рефлексов, но сам Иван Петрович говорил о том, что весь наш мозг стремится к динамической стереотипии. Он стремится к тому, чтобы все наше поведение было структурировано, чтобы у нас была куча автоматизмов, и нам нужно было экономить энергию. Когда нам надо перестраивать свои привычки, да, меняются условия нашего существования, новая работа, новые дела, новые отношения и так далее, у нас всегда возникает стресс, потому что мозг сопротивляется, он не хочет менять привычки. И это тянет нас обратно в прежнюю рутину, в прежние обстоятельства, и нам очень сложно менять свою жизнь. Но здесь есть лайфхак, здесь есть хитрость. Если мозг сопротивляется, есть энергия, и надо уметь направить эту энергию на создание новых привычек. Когда замечательного нейрофизиолога Алексея Алексеевича Ухтомского спросили, почему он назвал свой принцип доминанты принципом доминанты, Алексей Алексеевич улыбнулся и сказал, а как еще можно было назвать доминанту? Действительно, речь идет о одном из трех самых важных законов работы мозга. Наш мозг функционирует по принципу доминанты. В нас постоянно борется большое количество разных возбуждений, желаний, потребностей, мыслей, чувств и так далее. И только одна из них побеждает. Целые есть законы того, как побеждает доминанта. Но я думаю, вам интересно, как сбросить какую-то доминанту, как избавиться от какой-то зависимости, от какого-то напряжения. Для этого вы должны знать, что существует два конца доминанты, как говорил Алексеевич. Первый конец – это экзогенный, когда какой-то сильный внешний фактор воздействует на вас и включает другую доминанту. Или эндогенный, когда ваша доминанта приходит к собственному концу. К сожалению, никаких других вариантов нет – экзогенный или эндогенный. Мое любимое высказывание Льва Семеновича Выгодского – «Облака мысли, движимые ветрами мотивов, проливаются дождем слов». Почему я так люблю это выражение? Потому что это очень образное описание вообще структуры нашей психики. И именно это в своем «Законе мозга» описал Лев Семенович Выгодский. О чем идет речь? У нас с вами потребности и желания, да, которые толкают наши внутренние напряжения, чувства, знания, опыт, из которых мы собираем внутри себя каких-то представления, и уже эти представления представляем на суд сознания. И наше сознание имеет дело не с нашими мотивами, не с тем, что стоит за нашими словами, а оно имеет дело уже просто со словами, которыми мы пользуемся, играемся в них и иногда заигрываемся. И вот о том, как понять, что стоит за словами, которые вы используете, какие значения и какие мотивы, для этого нужно разбираться в законах мозга.